Всем привет, дорогие друзья, с вами Скритор. Ну что же, это 71-й долгожданный выпуск моего города в Майнкрафте. Ну что же, в этом выпуске я построил пекарню. Еще перед показом я хотел рассказать, почему город не так часто теперь выходит. Да потому что у меня, в принципе, нет идей. Ну вот, человек написал хорошую идею, это построить пекарню. Вот, собственно, про что и есть выпуск. Ну вот, и в принципе, хороших идей мне уже мало предлагают, так что если у кого-то есть интересные идеи, которые, допустим, не огромная постройка, вот нормального размера, вот, если у кого-то, в общем, есть идеи, то пишите в комментариях обязательно. Чем больше идей, чем больше выпусков получается. Ну и вот, я просто еще немножко устал строить города, но, в принципе, это дело уже, я строю где-то год с чем-то. Ну, понимаете, много строить это надоедает, и я сейчас еще занят проектом метро СПБ, которого вы уже видели первую часть. Ну вот, в принципе, там уже готова станция для нового выпуска, так что тоже сегодня должен выйти выпуск. Ну да ладно, давайте же посмотрим пекарню. Вот, собственно говоря, сама пекарня. Вот, вот так она выглядит в виде тортика. Хотел оригинальную идею. Ну, не хотел какое-то здание строить и решил в виде тортика. Ведь тортик это аппетитно выглядит, довольно-таки вкусно, вкусняшка такая. И вот так все это выглядит. Ну вот, вот так выглядит тортик, в принципе, наш. Вот. Ну, как видите, я сделал его из блоков шерсти. Ну и что ж, давайте зайдем внутрь. Так, что у нас тут имеется? Ну, вот сама у нас пекарня, выглядит довольно-таки уютно, разнообразно. Что у нас тут есть? Еще расскажу. Ну, вот у нас имеются столики, где у нас люди едят свои булочки, тортики и так далее. Ну вот. Ну а тут у нас на стенде разные тортики тоже стоят. Вот. Ну и тут у нас тоже еще висят булочки, печеньки, тортики. Ну а вот за прилавком у нас там имеются сундучки, печки, сундучки, ну, сундучки для хранения теста, муки и так далее. Ну и печки, где это все плавят. Ну вот, это было обновление про пекарню. И сейчас я еще хочу показать то, что я модернизировал то жилую пятиэтажку деревянную, которую все знают, мою самую стандартную. Ну, не улучшил, точнее, построил новую. Можно сказать, ну, классик 2.0. Вот, встречайте. Вот так выглядит наша новая обновленная пятиэтажка. Вот, она на самом деле по планировкам такая же. Ну, то же самое, все почти то же самое, только, как видите, снаружи она другая совсем. Ну вот, такой вот у нее морской цвет. Да, вот так она сам, в принципе, выглядит довольно-таки прикольно. Вот. Вон, то есть, что было, что стало. Ну, не знаю, какая лучше выглядит, но это все-таки стандарт. И первое все время лучше второго, хотя это правило на самом деле дурацкое. Ну, так, в принципе, выглядит наша пятиэтажка снаружи. Вот блоки синий, шерсти и лазурит я совместил. Ну вот, давайте же зайдем внутрь. Кстати, крыша вот так выглядит, только полосы я их уберу потом, забыл убрать. Крыша такая же у нас. Ну вот, давайте зайдем, например, в эту парадную. Что у нас, какие у нас тут планировки? Ну вот, тут у нас такая же лестница, ну все, в принципе, то же самое. Вот, то есть у нас тут туалет, ванна такая вот. Ну и, конечно, стандартная кухня со столиками, со стулом, печка и холодильник. Вот, стандартные планировки. Ну и комната такая, что только уже книжечки есть, а там нету. Вот, у нас две кровати, сундук и книжечки. Ну и, в принципе, то же самое там. И лестница, как я уже говорил, одинаковая, то есть все по стандарту. Ну и вход на крышу у нас тоже самый такой вот, одинаковый. Ну, такой вот у нас вход на крышу. Ну и, в принципе, как я уже говорил, я тут добавил еще три пятиэтажки. Вот такие вот длинные пятиэтажки. И тут, ну, заселил все травой. Вот, то есть этот район достроен. Раньше тут была пустота. Ну и вот такие вот у нас были обновления в моем городе. С вами был Скритор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.